Первый заместитель министра гражданской обороны чрезвычайных ситуаций региональной безопасности Краснодарского края Николай Малюк указал на слабые результаты работы по привлечению к ответственности юридических и должностных лиц, незаконно использующих труд иностранных граждан. Это говорит о недостаточной работе по выполнению требований губернатора Кубани Александра Ткачева, а также решений краевых советов безопасности. Теперь муниципальные образования должны еженедельно предоставлять отчеты и цифры. Информация к нам должна поступать не позднее 12 часов понедельника. Если к этому времени отчеты не пришли, считайте, что у вас по всем, значит, показателям будут стоять нули. Представителям территориальных органов ФСБ поручение ежедневно вести работы по выявлению мест, где могут находиться интересующие спецслужбы граждане, проявлять бдительность, а также привлекать к этой работе казачество и общественность. О местах проживания незаконных трудовых мигрантов и строительных объектах, где массово применяется иностранная рабочая сила, для мер оперативного реагирования необходимо сообщать по телефону горячей линии миграционного контроля 30 721 и в ночное время 02. Алина Гумерова, Артем Зибаров, Анапа регион.